Всем привет, друзья! В этом видео мы разберемся, где на карте мирный рубеж можно пересечь воду и при этом не остаться на дне. Первое место, которое позволит нам пересекать водичку с одного берега на другой без особых проблем на любом классе техники, находится под центральным мостом. Здесь небольшая отмель, и вы можете без проблем даже на самых медленных машинах проезжать здесь и не бояться утонуть. В остальном вы не поверите, но на этой карте, катаясь на ББМках, вы можете пересечь воду абсолютно в любом месте. Ну, разве что за исключением под мостом, который самый крайний, если именно прям под ним проезжать, только из-за того, что там очень крутой склон и подъем. В остальном вы можете проезжать вообще где угодно. То есть, я так понял, на примере этой карты «Мирный рубеж» разработчики показали то, что мы можем сделать так, что эти самые 20 секунд для затопления у ББМок может играть какую-то роль, и в принципе это как-то будет ролять, а не так, что просто 20 секунд и ты можешь речку, которая 5 метров, пересекать очень медленно или прям вдоль по ней ехать и не утонешь. На самом деле на ББМке здесь можно вообще проехать вот, ну, реально в какую хочешь сторону. Естественно, нужно это делать быстро, на скорости, но тем не менее, даже самые дальние позиции, которые я думал, ну вообще там просто нереально будет проехать, проезжает. То есть ББМки на этой карте могут не только стоять где-нибудь там на берегу в кустах со скучающим видом и светить противоположный берег, но и также делать быстрые прорывы прямо под водой. В самом начале боя, поджимаясь под какие-то камни, противоположный берег занимая, и уже прям там светить и троллить противников. Короче говоря, здесь есть где разгуляться. Но и, естественно, сами понимаете, что есть также еще некоторые места для не только ББМок, но также и для быстрой легкой техники. Для быстрой техники, такой как легкие танки и истребители танков, предусмотрены проезды около крайнего моста, но опять же не под мостом, а около, рядом с мостом, ну вот собственно в данном случае вот в этом месте, причем вы проезжаете его даже без использования ускорения на легком танке. С другой стороны моста это также можно сделать, но делать уже аккуратнее. Лучше всего, конечно, это делать с ускорением, потому что вот в этом месте довольно крутой подъем и можно просто не успеть проехать. Также, если вы будете ехать в обратную сторону, то имейте в виду, что там крутой спуск и нужно немножко перед ним притормаживать. По ОБТ сразу скажу то, что ОБТшки могут проезжать только под центральным мостом, там где отмель. А в других местах, сколько я не пытался, доезжать до противоположного берега я не успевал. Если видео было полезным, не забудьте поставить лайк и, чтобы не пропустить новые видео, подписаться на YouTube канал и группу ВКонтакте. Пока-пока!